Так, мальчики, девочки, всем доброго времени суток. Я продолжаю активно осваивать Baldur's Gate 3. И я все-таки поражаюсь вариативности этой игры. Суть в чем? Нашел я подпольное убежище бандитов. С бандитами мы встретились по квесту о потерянном грузе. Ну, потерянный груз я забрал с собой. То есть, вообще внезапно наткнулся на это убежище. И узнал, что здесь есть две комнатки. Вот комнатка. И вот комнатка. То есть эти комнатки, они закрыты. Ключи есть вот у этих бандитов. В принципе, я могу их убить, забрать ключи и облутать комнатки. Но тогда у меня провалится квест на доставку груза. И игра дает тебе возможность найти способ пробраться туда. Что я сделал? Я взял Уилла, он у меня с способностью играть, видите, все собрались вокруг него, все радуются, всем хорошо. Отделил я Астриона, вора, и теперь я попробую вскрыть ворота. Так, мне только нужны инструменты. Так, здесь 20-ка нужна. Ну, пробуем. Еще, наверное, можно, да? Повторный. 24, все, отлично. Мы проходим сюда. Здесь, в принципе, много чего можно почитать. Вот, но меня интересует вот этот сундучок. Я здесь уже просто был, и здесь лежат офигенные перчатки. Ну, наверняка эти перчатки офигенные для тех, кто может призывать различных всяких существ. Вот. Но у меня пока такой возможности нет. Но я все-таки попробую сейчас скрыться, вскрыть все это дело. Так, 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 здесь все прочитали, здесь все забрали. Медальон какой-то. Вот. И, видите, без применения насилия. Золотое кольцо тоже забираем. Оно нам надо. Так, мольберт не надо. Плюшевый медведь. Возьмем. Наверное, возьмем. Единственное, вот сейчас заметит ли меня, когда я буду вскрывать... Так, отключить режим скрытности. Заметит ли меня? Но можно попробовать сейчас жировню убрать. Убрать свет. И тогда, возможно, факел уберем. В принципе, здесь есть нора туда. Можно... Можно через нору, но у меня нет зелья уменьшения, поэтому пробуем. Ну, пока мы проходим. Пока проходим. Ну, единственная здесь сейчас проблема в том, что вот эти сундуки, они с ловушками. То есть надо будет тоже пройти проверочки. Но мне кажется, здесь-то мы уже все успеем. Все сможем. Все успеем, все сможем обезвредить. Так, десятка. 22, отлично. Ага, ну тут надо вскрывать. Тут надо вскрывать. Ключа мне потому что нет. Так, городские инструменты. Вот, адское железо, оно пригодится. Карлах уже в курсе. Карлах в курсе, но мне вот прям... 24, офигеть. Так, продолжить. И опять же, городскими инструментами.
открываем. Критический успех. Так, ну вот, в принципе, вот про эту вариативность я и говорил. Она офигенна, конечно же. Она офигенна. Мне бы сейчас еще зелье невидимости, чтобы свалить по-тихому. Ну, сейчас попробуем. That thing is tiny, and I am not. Вот, он даже через нору пытался пройти, и все получилось. Ну и славно. Мы обокрали бандитов, мы получили все, что можно, и теперь мы можем со спокойной душой покинуть это злобное место. Ну вот, кстати, стойте, Сепард прекратит. Ему еще даже деньжат подкинут. Вот, мы еще даже заработали на этом. Чеканной монетой. Вот. Такие вот дела. Давайте, кстати, поговорим с нашей подружкой, Shadowheart. Что она скажет? Well, my day just improved. Did you want something? Да больше вроде ничего. Только почему у нее квесты? Я вроде прошел. Нет, не то. Все, мы сваливаем. То есть мы все прошли. А вам спасибо за внимание и хорошего дня. Мы обокрали бандитов. Это круто.